Добрый день, канал «Ленивая путешественница». Сейчас у нас май 2023 года. Мы находимся в необыкновенном месте. Это регион Бодрум, провинция Мугла. И находимся в поселке Бетес. Сейчас мы на набережной и смотрим на яхты, гуляем. И решили поделиться с вами вот такой красотой. Если обратить внимание, почти на каждой яхте лежит пара панелей солнечных батарей. Вот так вот экономит, получает электричество. Если идем дальше, здесь вот стоит такой мой с бантиками. Или это свадьба, или это просто приз. Мы не знаем, но красиво. Вот эта набережная, она идет по всему Бетезу. Здесь вот марина с яхтами. Такие красивые вот домики там далеко видны. А дальше пойдет набережная с ресторанами для туристов. Место необыкновенное. 300 лет назад эта территория принадлежала Греции. Море Эгейское, вода очень чистая. Даже в марине рыбки плавают. Яхты есть маленькие, есть большие, парусные. Здесь недалеко поселок Елоквак. Там проводится ежегодная регата. Да, прибывают обеспеченные граждане разных стран, звезды мировые, и ставят там на прикол свои яхты. Здесь вот небольшой садик идет справа, а вот здесь вот кафе, в котором кушают одни местные Бетес, кафе-ресторан. Значит, здесь приемлемые цены, вкусная еда и недорого. А туда чуть дальше пройдем, там будут рестораны уже для туристов, соответственно, с более высокими ценами. Всем пока!